Блэк, можно мне тебе единственный вопрос? Про геймер ченнел, там аватарка Майнкрафт. Эй! Хера, блин! А, да? Да, хера, блин, пацан. Я не сахар, я хера, блин. Я тебя ночью порвал, изнасилую. Понятно. Зачем мне таскать ящики, если мне уже не надо их таскать? Потому что ты параша. Не понял. Я же говорю, тебя опустили, Я же говорю, тебя опустили в тюрьме за то, что ты сам играешь. Чем ты меня оскорбляешь, что я не трогал? Мне кажется, еще раз надо замутить. Я не замутил. Но... В смысле? Я не оскорблял. Ну, ты намекнул, типа ты говоришь, что меня опустили. Я случайно сказал правду. Пустили? Опускают петухов на зоне, понимаешь? Меня петухом сейчас выставил. Мне это как-то неприятно, знаешь? Не, ну... Значит, по-твоему, не петухи носят просто так коробки? Нет, просто обидно стало то, что ты сказал. А, извини, Владос, извини. Извини. Вот флагу я, блядь, урод выйду. Не, ну это жестко, это жестко. Да, было бы жестко, урод тебя выебать. Если бы было бы только чем... Чем угодно, морковью, от моркови до розетки. Мне бы, вот мне интересно твой голос без вот этой вот помойки. Майнкрафтерской. Хотя помойка у тебя в штанах, а я твой батя. А-а-а. Нормально. Согласен. Мне кажется, или это стисип? Кого? Он еще один стисип зашел. У него все еще эта штука включена. Да, у него включено это. Делай. Вопрос, папандос. Че? Ну, типа, вот ты опять меня оскорбляешь? Стой, я его еще раз замучаю. Отключить микрофон. Все, я не слышу Майнкрафтера больше. Ты в жизни ничего не будешь слышать сейчас, чертила. В смысле я его слышу? Отключить. Ты черт. А, я Калашникова замутил. Не понял. Я случайно.